«Ах, какая женщина!» Под таким названием в Доме художника открылась традиционная выставка, посвященная 8 марта. В экспозиции представлено больше 80 работ 37 авторов. И от каждой картины так и веет женственностью. Мы хотели создать атмосферу праздника. И у нас с каждым годом все получается лучше и лучше. Потому что действительно, этот выставочный проект просто как поднятие настроения для жителей города, для ее женской половины, то есть чтобы создать атмосферу праздника, чтобы каждая женщина почувствовала свое женское начало. Здесь можно увидеть самые разнообразные полотна. Каждый художник постарался внести в экспозицию свой уникальный штрих. Сразу приковывает внимание зрителя картина руки известного ивановского художника Александра Климохина. На ней грациозная и женственная муза. Автор признается, портрет написан с художницей Людмилой Большагиной. Как-то так получилось, что уж больно как-то отложился у меня вот ее образ такой, летний, загорелый. И вот я связал эту тему. Работа называется «Музейные тайны». Вот я как-то связал, значит, вот ее портрет, в принципе, она узнаваема здесь. Ну, с таким антуражем, в общем-то, тунисско-южным. Вот, и получилась такая работа. Впрочем, кроме портретов, на выставке много натюрмортов. Такой домашний уют может создать только настоящая хранительница очага. Есть и весенние пейзажи. Некоторые художники связывают 8 марта не только с женственностью, но и с наступлением цветущего времени года. Картины выполнены в сложной смешанной технике. Они очень интересно сделаны. Тут очень много использовано различных техник в совмещении их. То есть, казалось бы, они маленькие, но в то же время по технике они неповторимы просто. И идея такая, что птица и весна, что весна немыслима без птиц. Ощущение приближающегося праздника здесь так и витает. Почувствовать наступление весны и оказаться в мире женского очарования ивановцы смогут до 27 марта. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.